бы приветствуем всю церковь и тех, кто участвует вместе с нами, тех, кто получил линк для участия в этом служении. Миром Господа Иисуса, для нас это большая радость участвовать в этом служении, когда мы поклоняемся, прославляем Господа. Христианская церковь Маранафа проводит такие служения каждый понедельник в это самое время. И для начала нашего служения мы встанем, склонимся пред нашим Богом, воззовем к Нему о крови Господа Иисуса. Если вы пожелаете, можете склониться вместе с нами. Будьте как вам удобно. Мы взываем Тебе, Господь, о силе, которая в крови Господа Иисуса. И на основании этой драгоценной крови мы имеем от Тебя прощение, освобождение. Господь, доступ в Твое присутствие. Позволь нам войти в Твое присутствие, омытые, очищенные в крови Твоего Сына. И позволь нам, Господь, войти в Твое присутствие за завесу и получить от Духа Твоего Святого на каждого из нас. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Мы присядем, и мы споем псалом, прославим Господу. Бог находится в храме. Отец всемогущий. Перед Ним мы склонимся. В поклонении, в почтении, посвященные слуги. Поклонимся Всевышнему. С милостью и с любовью, духовно, Бог находится в храме. Христос находится в храме. Всевышнее благо мы получаем через кровь Его. Вечный Агнец в жертву отдал себя и умер, истекая кровью на кресте. Он избрал и страдал смертную казнь. Христос пребывает в храме. Приди и войди в храм Твой, о Божественный Наставник. Войди и обитай в наших сердцах. Несравненный Учитель, дай нам наставление Твое и освети для нас благословенный закон Твой. Силою мы взываем к Тебе о милости. Он, Дух Святой, пребывает в храме. Аминь. Да будет прославлено имя нашего Господа, что за благословение находиться в общении с нашим Богом, в мире с Ним, поклоняясь, прославляя Его святое имя. В этот момент мы споем еще один псалом Господу.
Богу воздадим славу с большой радостью, ибо своего благословенного Сына Он отдал за всех нас. Он дарует благодать каждому грешнику. И открывает им двери на небеса. Воспевайте, воспевайте, придите, и да восхвалим Иисуса Спасителя, Иисуса Искупителя. Богу воздадим славу, поскольку с небес Он своего благословенного Сына отдал за всех нас. О, что за чудная благодать, царская благодать! Ибо так Иисус, умирая свою сань и своей кровью, искупил нас. Он дал нам наследие небесное со святыми во свете. Он искупил нас, Иисус, заплатив великую цену. И теперь Он приглашает нас веровать, ибо даровал нам доказательство Своей любви, даровав нам Сына Своего и те, кто уповает на Иисуса Спасителя, увидят Его возвеличенным во славе небес. Да будет прославлено имя нашего Господа, что за благословение, возлюбленный, получать это благословение от Господа, это благословение радости и мира через псалмы, которые мы поем и возносим нашему Господу. В этот момент мы попросим одного из пасторов прославить Господа. Господь наш Бог, Всевышний Бог, мы возносим Тебе наш голос, славу и хвалу имени Твоего, ибо мы живем трудные дни, но мы имеем нашего Бога, который есть наше убежище, Господь, и заботишься о нас, заботишься о Твоем народе. Народ Твой с каждым днем может видеть Тебе, Господь, благословение Твое, мир, радость, поддержку и уверенность, что Ты ведешь нас в небесный дом. Вскоре мы будем с Тобой в вечности. Мы славим Тебя и прославляем имя Твоего, имя Господа Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Да будет прославлен наш Господь. Мы споем еще один псалом во имя Господа. Бог, которому мы служим, Бог крепкий в брани, Он сильный Бог и верный. Бог, которому мы служим, не оставит нас никогда. Бог, которому мы служим, Он прощающий Бог, Он Бог любви. Он наш хранитель. Он добрый пастырь. Мы принадлежим Тебе, Господь.
Мы твои слуги, о ком ты заботишься с любовью. Мы принадлежим тебе, Господь, и во имя твое мы собрались здесь. Бог, которому мы служим, дает в уста наши новую песнь. Бог, кому мы служим, дает нам всегда победу. Бог, кому мы служим, Он с нами всегда. И сейчас Он здесь. Мы можем ощущать Его присутствие. Мы можем слышать Его нежный глас. Мы можем созерцать чудеса рук Его. Мы Твой народ, Господь. Мы слуги Твои. О нас ты печешься с любовью. Мы принадлежим тебе, Господь. И во славу твою мы собрались здесь. Аллилуйя, да будет прославлен Господь. В этот момент мы прочитаем отрывок из Слова Божия. Он будет проецироваться на экране. Послание к Ефесянам, 3 глава, стихи 20 и 21. «А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Господь, да благословит всех нас в чтении Его Слова. Возлюбленные, когда мы приходим в присутствие Господне, то мы познаем Бога, который сотворил все видимое и невидимое, всю Вселенную, такую объемную, обширную Вселенную и чудесную, мир, в котором мы живем, самые маленькие вещи. Когда мы познаем любовь этого чудного Бога, то мы начинаем видеть силу, которая в руках нашего Бога. Мы начинаем понимать, насколько Бог всемогущ. Библия говорит нам, что этот Бог, Он всемогущий, и Он может сделать все, о чем мы просим. Для нас это было бы лимитом, границей, но Бог может совершить все. И несравненно больше этого, чего мы просим или о чем мы помышляем. Может быть, многое ты просишь у Бога, но на самом деле Он силен дать тебе даже то, о чем ты не попросил. Потому что прежде чем слова пришли на уста твои, говорит Псалом 138, Бог уже знает ваши помыслы. И этот чудный Бог, всемогущий Бог, Он может благословить вас благословениями вечными. И Библия, Слово Божие, оно уверяет нас, что когда мы принимаем Иисуса нашим Господом и Спасителем, мы получаем силу для свидетельства. И сила эта есть Дух Святой Божий, который начинает жить в нашем сердце. И таким образом, будучи исполненными Духа Святого, мы можем получить от Бога благословение, несравненные богатства, которые человек не смог бы уразуметь, но и которые даются всем тем, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Сегодня Святой Дух Божий, это сила Божия, желает действовать в вашей жизни, чтобы дать вам чудные богатства, то, чего вы не просили у Него, то, в чем вы нуждаетесь. Он знает об этом, и Он хочет показать вам намного больше, несравненно больше всего, чего мы просим. И Библия говорит нам то, чего не видел глаз, не слышало ухо, то, что не входило на сердце человеку,
то, что Бог приготовил для любящих Его, тот всесильный Бог, Он готовит для нас, и для меня, и для вас вечную жизнь, чудную работу спасения. Он хочет сегодня, чтобы достичь и вашу жизнь. И Он хочет, чтобы сегодня в церковью, все вместе, мы прославляли Его, бы мы приняли Его и начали прославлять и поклоняться тому Богу всемогущему. Тому слава в церкви, в Христе Иисусе, во все роды, ибо Он достиг всю нашу семью. И мы славим Его во все наши роды. Господь да благословит ваше сердце. Давайте прославим нашего Господа. Богу Всевышнему, благодетелю, вы, ангелы и человеки, воздайте хвалу. Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому воздайте всю славу. Да будет прославлено имя нашего Господа. В этот момент мы услышим пастырское послание. Это письма, которые пастора посылают своим церквям, как выражение любви в теле Христовом верной церкви. Пастор Эд Милсон, Батиста Сантос из города Кампус де Гойтаказис, из штата Рио-де-Жанейро. Возлюбленным братьям и сестрам церквей Гуарус и Кампус де Гойтаказис, мы живем в момент особенный, и в этот момент нужно быть всем вместе в общении тела Христова. И верою мы знаем, что вскоре все это пройдет. В послании к евреям 10:37 мы читаем, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Господь, который знает все, приготовил все, чтобы мы могли сегодня вкушать многие благословения, такие как служение, через спутниковую связь, воскресную библейскую школу, радио Манаим, богослужения рассветные, которые являются большим благословением. И я прошу вас, пребывайте твердыми в доктрине, в учении, в общении к телу Христова и продолжать, пока мы не достигнем нового Иерусалима. Господь да благословит всех нас, мир Господа Иисуса. Слава Иисусу! Мы помолимся и завершим наше служение. Господь, мы прославляем Тебя за благословение мира, который Ты даруешь нам, который превосходит всякое разумение, и за привилегию служить Тебе, как нашему Богу Спасителю. И мы просим Тебя, Господь, прими это богослужение во имя Твое. Во имя Твое мы молимся. Чудная благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, любовь Бога нашего вечного Отца, нежное общение и утешение и Святого Духа Божия, да пребудет со всеми вами, со всем народом, Израилем Божиим, рассыпано по лицу земли отныне и во веки веков. Аминь. Аминь. Да будет прославлено имя Господне. Мы рады вашему присутствию, вашему участию. Также в этот момент на экране появился номер телефона для всех тех, кто проживает на территории Бразилии, те, кто пожелают обратиться к нам за молитвой и духовной помощью.
пастора наши дежурят 24 часа в сутки, чтобы оказать вам духовную помощь. В этот момент появился второй код, QR-код на наших экранах. Это для того, чтобы мы могли прислать вам нам ваше свидетельство. И третий номер телефона для братьев и сестер, которые проживают за рубежом. Таким образом, мы хотели бы обратиться к вам еще раз. Мы всегда готовы помочь. И хотели бы сказать вам, поделитесь с вами. Если вы получили благословение, делитесь с вашими родными, друзьями. Этим линком пересылайте им. И мы будем пребывать в этом чудном теле Христом. До славного пришествия Господа Иисуса. Господь да благословит нас. Мир Господа Иисуса. Thank you.